Радио Гродно означает день народжения станции, якая является лидером FM-вещания у принемане 22. Команда диджеев и редакторов, а так само инженеров и гукорежиссеров, что день працуя над створением уникального регионального контента, якость якого за 22 годы вещания подтверждает слухачи, выбирающие хвалю 101.2. Лучший и любимый способ транслировать эмоции, чувства, мысли, вкусы. Есть много других вариантов, как это делать, ютубы, инстаграмы и прочее, но для меня радио по-прежнему остается любимейшим, таким, знаешь, самым ламповым и родным. Это большая команда профессионалов, людей, которые любят то, что они делают, которые делают это, слава богу, не отказываются от своей работы, и с которыми приятно делить студию, помещение, не знаю, какие-то праздники и прочее, прочее. И, конечно же, самое главное, как говорят британцы, last but not least, это слушатели. Слушатели, которые, может быть, ты их не видишь, может быть, они не всегда тебе пишут, но отдача, вот этот вот фидбэк, даже невидимый, он очень чувствуется. Поэтому спасибо, что слушаете свое уже 22 года. Починался шлях Радио Гродно 1 снежня 1999 года, когда отбылся первый выход у эфир на ультракоротких хвалях. Спочатку это было только годинное вещание. За несколько год это протяглось, поступово повеличивалось и на початку 2003-го досягнуло 15 годин в сутки. Праз полгода, 3 липеня, был уведен передатчик 101.2 FM. А сегодня Радио Гродно гучит у эфиры круглосуточно. Радио Гродно это по-прежнему все тот же азарт, неимоверный интерес данной работы, желание рассказать что-то людям. Интересна сама кухня, как это все делается. Это интерес и самого стресса, который ты получаешь буквально, если не каждую минуту, то по крайней мере каждый час. Нам сегодня 22 года. А я на радио с 2005-го, это получается почти 17 лет. И это большая часть жизни. Потому что на работе мы проводим очень много времени, и очень приятно, что проводишь это время в хорошей команде, с которыми можно поделиться не только своими личными какими-то проблемами, обсудить профессиональные какие-то вопросы, но всегда находишь взаимопонимание, взаимовыручку, и это очень важно, работать в таком коллективе. Любимую станцию слухают по всей Гродинской области, а так само частка Брестского и Минского регионов. А интернет-вещание позволяет слухать Радио Гродно амаль по всем свете. Великая колькость предметных программ, актуальные и интересные новины, выдатная музыка, то, что на протягу 22 год привабливает слухачов, для яких хваля 101.2 самая любимая.